Отсрочка выхода Соединенного Королевства из Евросоюза позволяет избежать ужасных последствий неупорядоченного Брексита, но продлевает период неопределенности. Так отреагировала глава Международного валютного фонда на новость о том, что Брюссель согласился перенести дату развода на 31 октября. На пресс-конференции в четверг Кристин Лагард заявила: «Это устраняет риск выхода Великобритании из ЕС без сделки 12 апреля. С другой стороны, очевидно, что это продлевает период неопределенности, и ситуация тем самым не разрешается. Разве что откладывается жесткий Брексит, который мы считаем ужасным исходом с точки зрения экономических последствий». По словам Лагард, у Великобритании будет больше времени на подготовку к любым сценариям развития событий. Тем не менее, добавила она, при продлении статьи 50 замедление роста экономики страны неизбежно.